Сюда, один шапку. Жулик, не матерись. Вот идиотка. Мы сейчас идем в сырный магазин, про который вам всем так очень рассказывала в своих видео по Work and Travel, что сюда стоит устраиваться. Спасибо большое. Помаши ручкой. Работники. Клево. Мона, Андрюха, иди сюда, один шапку. Андрюха, один шапку. Андрюха, генерал. Просто. Мы в аутлетах. Это главный мол Висконсин Делса, точнее он один, поэтому он и главный. Я такая супер уставшая после сегодня, короче, вообще не знаю. Покажу вам, что я купила. В общем, это пакетики с чизмаркета. Купила себе шоколадный сыр, очень вкусный, он немножко потаял, но он нереально вкусный, просто офигительный. И купила себе мои любимые Baby Bell. У нас вот такие красные в Украине есть. Здесь они есть разных цветов, черный, желтый и синий. И они все, это разные сыры, чеддер, гауда и блайт. Ну, в общем, неважно, попробую все, я их еще не пробовала. Но могу сказать сразу то, что в этом сырном магазине моем любимом есть очень много разного cool stuff, типа сувениров. И вы можете купить своим друзьям там очень много всякого хлама ненужного, недорого, маленького. Вот, и все будут рады. Вот летом зашли в Холлистер. Я в него, кстати, в том году не заходила. Нашла себе юбку моего любимого кроя. У меня такая уже третья, мне кажется. Нашла две одинаковые майки. Вот такие вот, вторую бежевую, скейтерскую кофту с рукавами, супер клевые духи, Холлистер Калифорния, вот, Pure Kelly называются, очень классно пахнут, будут мне реально напоминать про Калифорнию, про отдых, про USA, лето, все такое. И зашла еще в Route 21, купила себе там сумку, так что мне теперь будет всем пойти в клубас, у меня теперь есть майки, сумка, юбка, а то мне не в чем было даже просто пойти. Чуть передыхаю, иду за Ильей, и мы едем в Walmart. Я забронировала себе билет обратно в Чикаго через Greyhound. Я про него тоже как-то уже рассказывала. Это очень дешевый автобус. Можем ехать, если что? Это очень дешевые автобусы, по которым можно добраться в разные города Америки. Вот. И я как дурачок нажала на то, чтобы распечатать его в офисе именно Greyhound, а не типа самостоятельную печать. И из-за этого я очень сильно пропарилась, потому что я не поняла, что, где, как, куда. И оказалось, что этот офис прямо вот здесь, в Макдональдсе. Вот в этом. И это так странно, то, что офис автобусной станции прям вот в Макдональдсе, вот, типа в соседняя касса. Но я разобралась, все билеты при мне. Теперь я уже спокойно могу сказать, что я улетаю в пятницу. Сегодня вторник, и у меня есть несколько дней для того, чтобы чувствовать себя спокойно и не париться про эти билеты. Сейчас мы наконец-то уже едем в Walmart, потому что никуда до него не доедем. Все время что-то нам мешает. Не матерись у меня на канале, пожалуйста. Но-но-но. Жулик, не матерись. Окей, снова с вами моя надоедливая рубрика «Чё я купила?». В этот раз «Чё я купила?» в Walmart'е. О, начнем с другого магазина Kohl's. Он рядом с Walmart'ом. Там типа смесь всех разных магазинов. У нас в Америке очень много таких вот магазинов. Везде куча-куча разных марок представляет себя. В общем, я купила себе вот такие кисточки для макияжа. Тут в основном для глаз. Мне для глаз как раз нужны были. Купила себе колонку эмоджи. У меня просто не было колонки. Я увидела эту и поняла, что вот это любовь. И она делает вот так. У меня теперь есть своя колонка. Дальше я купила себе Optic White пасту. Повелась на маркетинг. Мне кажется, что она должна быть клевой. Купила три вот такие штучки. Я их покупала в том году. Это фирма Wet n Wild. Типа жидкие тени для глаз с блесточками. Такие маленькие спреи для загара на 30. Я что, 2 на 30 взяла? Вот идиотка. Я хотела взять один на 15, один на 30. В итоге взяла 2 на 30, ладно. Купила масло для волос от Garnier, Whole Blends. У нас такого еще нет. Оно с запахом кокоса. Мне такое очень нравится. Katy Cat Matte. Короче, помада от Katy Perry и CoverGirl. В таком медовом цвете.
Еще купила пластыри с эмоджи, гарнир с Kinective и салфетки, которые типа как с мицеллярной водой сразу для того, чтобы макияж смывать. По-моему, очень удобно для того, чтобы брать с собой. У нас тоже таких пока что нет, поэтому я решила попробовать. Нашла две такие штуки от Revlon. Brave Red, короче, шампунь и кондиционер, которые якобы подкрашивают волосы в красный цвет. Не знаю, проверю на себе. Думаю, вы сами видите разницу. Вот пока что мои волосы такие. Я их подкрашиваю тоже тонирующей маской, но она вчера взялась с розовым цветом почему-то. Попробую еще вот эти штуки, надеюсь, что должна получиться что-то клевое. Из еды я решила попробовать вот такой вот лимонад. Прямо сейчас его попробую, очень хочу пить. О, очень вкусно, советую. Взяла себе наподобие тех снеков, что я брала, вот такую вот штуку, тоже ветчина, сыр, орешки какие-то. Любимый Minute Maid Lemonade. И решила попробовать какие-то натуральные чипсы с чеддером. Не часто беру натуральные чипсы, но обычно, когда чипсы натуральные, они вкусные. На этом у меня пока что все. Я жду девочек, я пока что сама дома. Вроде сегодня все-таки собираемся идти тусить. Маша смотрит мое видео, а я стесняюсь. Висконсинская погодка, такое каждый день, каждый, блин, день. Либо днем, либо ночью, когда и угодно. Так, у нас тут салон красоты. Какое у вас название? Я не знаю, чем помочь. Не, ну чё, легкая волна есть. Разве ты не этого хотела? Нелегкая волна. So you know that story? Where's Lana? You know that story? No, I don't know. Yeah, like Cubby Skull thing. And I was like, yeah, copy that. It's going to be in a second. And what's up, and he was like, oh, make sure they have their life jackets. I'm like, they already have, but he's still like, yeah, I know, but still make sure that. I was like, I'll see you in green now. Which year was better from those three that you were? It's the best one. This one? For sure. Kubi, easy come, easy go. Hello, Lana, welcome back to US. We miss you a lot. Oh, Tadash, come on. Миссия. Шо? Сумую. Come on, you know this word. Yeah, I'm not sad. I'm happy. Okay. Sad that you're not living here this summer. Freebie. Freebie. Yeah. Freebie. Thank you. Freebie. Yes. Freebie. That's Russian. That's Russian. Происходит, пора расставить все точки над «и». Утром я ходила в аквапарк, я узнала, что в одном из аквапарков будет мой
мой старый любимый друг Ник. Я решила наконец-то его приедать за эту неделю. Вот, я расплакалась по этому поводу, потому что очень соскучилась, потому что вспомнила, как он нас провожал в том году в Чикаго в аэропорт. Накрыли очень приятные воспоминания, поэтому мне стало грустно. И сейчас я вот подбила Андрея. Надеюсь, что он все-таки не сморозится. И мы пойдем гулять по аквапаркам. Я вам покажу все остальные аквапарки, которые остались у нас. Вот, чтобы вы увидели, насколько у нас красиво вернулось. Мы пришли в Famous Days. Я просто заказала chicken tenders. И вот что мне принесли. Что? А у тебя что было? Салат просто и суп? Салат и суп. Ну да, у тебя просто салат и суп. А у меня, блин, что? Как я это съем? У меня будет еще на вечер и на утро, походу. Итак, короче, мы поели, и нам Илья сказал, типа, а чё это вы, короче, не попросили, чтобы я вам больше насыпал еще тендерсов? А мы такие, мы что, не знали? Он говорит, ну, принесу вам бесплатный десерт. Что? Как это вообще можно съесть? Типа, он же здоровезный. Алло! Шоколадный фондан у нас называется в нашей стране. У них просто брауни. О, господи. Очень вкусно. Ни одной ложки, я уже все. Я буду есть это и запихиваться. А сил-то нет, да? Что такое? Все сгребет. Эти украинцы все загребут. Каждую капельку. Я не хочу сливки, сливки обратно. Не-не, давай, давай, каждую. Не, ну ты тут уже секс какой-то устроила. Я в первом аквапарке, он уже закрылся. Я пришла прям под закрытие. По-моему, это называется Lake Wilderness. Да, вот, сейчас покажу вам его. Окей, короче, я еще не успела зайти в два аквапарка, и я думаю, что я все-таки успею сделать это завтра перед уездом. Покажу вам еще их. Я накупалась, я устала. Да, и сегодня, скорее всего, будет тусовка. Я еще пока не знаю, где, что, как. Но она должна быть. У меня сегодня последний день, алло, как это без тусовки? Ой, какая я белая, ничего себе. Привет, камеры, привет, HR. Мужики такие. Вообще такие. И музыка, и мужики все вместе. Вообще, да, согласна. Все. Они не хотят. Guys, calm down. Yeah. Он тоже. У меня в том году был словарь турецких слов. В этом году мне его пополнили вот этим вот ужасом. Что это? Это мой последний день, всем привет, и сегодня супер дождь, я даже не пойду купаться, но я же планировала вам снять все аквапарки, так что я думаю, что я это все равно сделаю. Я надеюсь, он прекратится хоть на немножко. О боже, это какой-то кошмар. Зашла в Клондайк, в первый аквапарк, прощалась уже с некоторыми ребятами, опять чуть не начала плакать, так это жесть. Сейчас иду, пытаюсь выдохнуть, чтобы зайти в другой, там еще попрощаться, чтобы не начать там плакать. У меня какое-то еще суперсентиментальное настроение, еще эта погода и все вместе. Я не могу. Причина в том, что в том году я просто еще знала, что я смогу приехать, что я смогу вернуться, что как-то еще получится. А сейчас я понимаю, что все, типа, это последний раз, потому что уже половина не будет работать, не будет некому ехать. И мне от этого просто нереально, очень-очень грустно. Я... Вообще. И мы в Вайлдвесте. И вам всего не видно, но мне впадло подниматься наверх.
Влада. Мы с вами, Влада, ем. О, спасибо. Поднимаемся с Ильей на горку в Нью-Франче, открытом аквапарке, вам бы еще не показывала. Делаем Tower Check вместо супервайзера. Супервайзера-то нет, yeah, а подниматься нельзя нам. Say hi! Ник! Why didn't you put me? That's my spot! Это Андрей сделал панчаут! С первого раза! Очень редко бывает! АУЕ, с вами Влада Е! Вообще не АУЕ! Сейчас расплачусь опять! Да? Смотри, ты видишь это? Вот это? Да, это не дождь! Люблю дождь! Можно поплакать! Можно спрятать за ним слезы! Хоть и плакать будет! I'm leaving! Yeah. Take care, okay? Мама, я с блогером. When are we gonna meet again? In Thailand. In Thailand? Or in Ukraine. Ukraine? I don't know if you want to go to Ukraine. But I wanna come to Thailand. You should come to Ukraine. No. 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 Пришло время отчаливать, уже 5 часов вечера, у меня на сегодня заказан автобус Greyhound, я вот сейчас его жду, через пару минут он приедет, я уже немножко успокоилась, но мне все равно очень грустно.